Мир вам, дорогие мои. Хорошего вам дня, хорошего настроения. У истинных ценностей нет цены. Как-то антрополог Маргарет Мид задала своим студентам вопрос, что они считают древней цивилизацией, началом цивилизации. Студенты думали, что это какие-то горшки, какие-то снасти рыболовные, какой-то инструмент обточенный, камни и так далее. Она сказала, нет. Начало цивилизации – это бедренная кость. Они очень удивились, почему бедренная кость. Потому что если у животного сломается бедренная кость, животное не сможет себя обеспечить. Оно не сможет добраться до воды, найти себе пищу и не сможет защитить себя. В царстве животных это животное обречено на смерть. В царстве человека кто-то придет, кто-то поможет, кто-то обмотает, кто-то вылечит. Так вот, помогая другим людям, особенно если им сложно, им тяжело, и особенно если они попали в тяжелую жизненную ситуацию, это и есть начало цивилизованного мира. Это и есть начало цивилизации. Дорогие мои, обратите внимание на тех людей, которые рядом с вами. Может быть, не рядом, может быть, где-то. Не молчите, помогайте, помогайте, чем можете. Станьте цивилизацией. Прекратите быть животными, которые сжирают друг друга. Я желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и берегите своих родных. Всего доброго!